Но по семенам здесь практически все есть. Томаты, семена томатов, также вот по 35 рублей в ассортименте. Ну и огурчики. Огурцов здесь большое количество. Друзья, всем привет! Сегодня у нас замечательная погодка выдалась. Морозец легкий, солнечно. И я выбрался снова за покупками. В этот раз я приехал в магазин, в супермаркет, точнее, Метро. В первую очередь меня интересуют товары для сада, огорода, дома, для дачи. Ну, конечно, еще пройдусь по полкам с продуктами, посмотрим цены на различные товары повседневного, ежедневного использования. Ну и, конечно, зайдем в отдел сад и огород. Этот супермаркет является одним из самых крупных в нашем городе, в городе Люберцы. Магазин достаточно большой, широкий, просторный, светлый, чистый. Я здесь уже и раньше бывал. Мне здесь нравится. Хорошее кондиционирование. Летом здесь прохладно, зимой тепло. Ну и вот вначале прям меня заинтересовал уголь для мангала. Сейчас посмотрим. Такие вот мешочки. Ну, обычный березовый уголь. А вот и сами мангалы или барбекю, как правильно сказать, не знаю. Вот такие есть конструкции круглого вида для приготовления мяса со столиком. Достаточно дорогие, вот они стоят 5999 и 10999 с тележки. Вот рядом еще такая конструкция мангала, тоже с полочкой. Достаточно удобный вариант. Ну и стоит он 15 тысяч без одного рубля. Товары для животных. У меня две собаки. Я часто покупаю корма животных. Вот, смотрите, 499 рублей за одну пачку. Это бюджетный корм. 389 рублей. Из разряда самых дешевых. Кошки у меня тоже есть. Как пример, я показываю вам китикет. Стоит он 479 рублей за 1,9 килограмма. Я своих кошек кормлю другим кормом другого производителя. Просто для примера вам показываю, что сколько стоит. 350 грамм 96 рублей. Так как магазин оптовый, то чем больше берешь, тем дешевле получается. Вот сок любимый, я вот такой часто беру, клубничный, земляничный, лето называется, 94 рубля 90 копеек. Это по акции, это хорошая цена, потому что в Пятерочке стоит больше 100 рублей. Я, пожалуй, возьму пару пакетиков. Хороший сок, мне нравится. Самый дешевый хлеб в Метро стоит 21 рубль 49 копеек. Горошек консервированный Бондюэль. Зеленый горошек для салатов стоит 134 рубля 90 копеек. Достаточно высокая цена, должен вам сказать. Ну и кукуруза, раз уж горошек посмотрели, давайте посмотрим, сколько стоит кукуруза. Бондюэль, сладкая кукуруза. 159 рублей. Здесь побольше баночки. Кетчуп. Я такой часто беру. Кетчуп Хайнц. На мой взгляд, самый вкусный кетчуп. Стоит 329 рублей. Нескафе. Растворимый кофе. Стоит 279 рублей. Ну, честно вам скажу, я такой уже давно не пью. Для меня это, в общем-то, кофейный напиток больше. 399 рублей на Нескафе. Ну, кому-то нравится. Вот у меня есть
знакомый, товарищ один, он очень любит вот этот такой кофе. Я предпочитаю кофе натуральный, желательно арабику, конечно, 100%. Но вот смотрите, за килограмм 1699 рублей, амбассадор. 100% арабика, хотелось бы верить, конечно, 1390 рублей. А вот кофе, который делают у нас в Люберцах, ну точнее его здесь жарят, заводы по приготовлению, по обжарке кофе у нас есть. Вот смотрите, цены 1200 рублей за килограмм. Хороший, кстати, это кофе, либо я его пробовал, брал. Отличный обжаренный кофе, зерна. Дальше перешел к продуктам. Сыр Ламбер 1,147 граммов. 1 килограмм 147 граммов. Вот в такой упаковочке. Сыр Ламбер стоит 859 рублей за килограмм. То есть такой вот будет стоить около 900 рублей кусочек сыра. Сметана Брест-Литовск. Традиционная популярная сметана стоит 89,90. Ну, почти 90 рублей. Домик в деревне. Цена 69 рублей 91 копейка. Ну, 70 рублей, будем округлять. Молоко 3,2% стоит 84,90. И вот здесь интересный житель такой подводного мира, краб. Вот смотрите, можно даже свежего краба купить. Интересное здесь такое создание. 6800 стоит. Смотрите, ребята, клубника. Клубника 999 рублей за килограмм. 1000 рублей килограмм. Передаю привет моим друзьям, клубничникам из Краснодарского края. Вот смотрите, сколько стоит у нас клубника в супермаркете. Малина. Малина в феврале. Сейчас посмотрим, сколько стоит. 449 рублей за вот такой лоток. Ну и голубика 279 рублей. Такой небольшой лоточек. Картошка. Картошка, я вам скажу, здесь хорошая. Она продается сразу в сетках. С виду вполне приличная картошка. В хорошем сохране. И стоит она 18 рублей 90 копеек. Ну, 19 рублей за килограмм. Нормальная цена, кстати. Можно было бы и взять, но не сегодня. Лук 32,90 за килограмм. Тоже лук хороший. Можно было бы мешочек взять. 32 рубля 90 копеек. Дальше перешел я к лопатам. Сейчас февраль, у нас снегопады, меня заваливает снегом. Каждый день идет практически снег. Лопата — это сейчас просто необходимая вещь для любого жителя пригорода, так скажем, сельского жителя. Без лопаты никуда. Лопаты здесь дорогие, но достаточно качественные. Хороший такой пластик, удобные ручки. Ну, стоимость, да, да, такая, как бы 1300 рублей. Вот эта лопата, по-моему, самая дорогая из всех. Возможно, она самая качественная. Не знаю. Но стоит она 3699 рублей. Еще мне понравились вот такие вот кастрюли. Большие кастрюли из толстого такого металла нержавеющего. Это идеальный вариант для варки, для приготовления варенья сразу больших объемов. Я люблю варить варенье. У меня есть много видео с рецептами по приготовлению варенья из собственных ягод. Выращиваю ежевику. Ну, кто знает мой канал, кто давно со мной, знает, что я выращиваю много ягоды. Различные есть варианты. Конечно, такие кастрюли дорогие. Вот 6500 стоит кастрюля, вот чуть поменьше. Но смотрите, вот, допустим, эта кастрюля объемом 10 литров.
10-литровая. Вот она на тазик больше похожа. Металл толстый, вот как бы я проверял его, смотрел. Классная вещь. Нержавеющая. 3200. Но это за 5 или сколько здесь? 6,5 литров. 6,5 литров такая кастрюлька. А вот он отдел для садоводов и огородников. Маленький, скромненький отдельчик, я бы так сказал. Но по семенам здесь практически все есть. Стоят семена 35 рублей. Вот сразу видно сверху ценники. Смотрите, руккола, кориандр, базилик разный, сельдерей, базилик лимонный, аромат, петрушечка листовая, различные сорта петрушки, кудрявая петрушка, итальянский гигант. Вот эту я петрушку ежегодно сажаю, сею рассадным способом. У меня есть видео, посмотрите на канале, как выращивать петрушку рассадным способом. Укроп грибовский, известный сорт, старый, 35 рублей пакетик. Да, я должен сказать, что семена здесь также, наверное, повыше, чем в других магазинах. Томаты, семена томатов, также вот по 35 рублей в ассортименте. Различные индетерминантные, высокорослые, низкорослые, крупноплодные, салатные. Любые тут есть томаты, много всяких. Ну вот есть по 99 рублей семена, более дорогие. Возможно, большее количество семян там в пакетиках положено. Ну вот, почти 100 рублей за пакетик. Дорогая, конечно, цена, на мой взгляд, что есть гораздо более дешевые семена других магазинов. Ну вот, в метро вот такие цены. Морковка 35 рублей. Различные тут сорта, гибриды. Нанская, известная всем морковка. Цукини, кабачки. Все это также есть. Кабачок зебра. Хороший сорт. Я такой выращивал, мне понравилось. Аэронав тоже неплохой. Цукеша, отличный кабачок. Также я его выращивал. Хорошо подходит для моих условий, условий Московской области. Баклажанчики, черный красавец, универсал 6 и алмаз. Алмаз, хороший баклажан, я также его выращивал. Не самый ранний, конечно, но достаточно крупноплодный. Ну и огурчики. Огурцов здесь большое количество представлено. В основном от тимирязевского питомника. Ну и не только от него, другого производителя также присутствует. По 35 рублей. Различные сорта, гибриды F1, партенокарпические, самоопыляемые, букетная зависть. Есть подороже, за 99 рублей. Зазуля F1, кому нравятся удлиненные такие плоды, тоже неплохой сорт. Гибрид, точнее, он достаточно старый, но надежный. 99 рублей. Вот такие вот огурчики, семена. Ну и редиска, конечно, куда же без редиски. Различные сорта. Вот видите, жара, старый сорт, надежный. Французский завтрак, хорошо подходит для выращивания в теплице, рекомендую. Ну и пониже тут вот еще огурчики представлены. Либелла F1, старый гибрид, известный, огурец кустовой для открытого грунта, более подходит. Ну и горох, кто любит выращивать, также есть семена гороха. Рядом с овощным отделом по семенам есть также цветочный отдел. И здесь представлены практически все семена летников. И шольца, и помея. Различные тут вот бархатцы, флоксы, цинния,
астры. Вот очень хороший сорт астры. Башня красная. Я такие выращивал. Очень мне они нравятся, конечно. Но астру вырастить сейчас тяжело в силу того, что ее надо постоянно обрабатывать. Башня розовая. Очень хороший сорт. Очень. Очень красивый. Астру приходится постоянно обрабатывать. Если чуть-чуть пропустил обработку, она заболевает и погибает. Сложно вырастить. Матиола, петуния балконная, 35 рублей стоят семена цветочных культур. Тагетис, он же бархатцы, цинния. Различные сорта, расцветки. И невяник, конечно, один сорт представлен, но, пожалуй, один из самых лучших для Подмосковья. Это сорт Аляска. Как выращивать невяник из семян, чтобы он зацвел в первый год посадки, у меня есть отдельное видео. Георгины веселые ребята, также есть видео о выращивании георгин из семян. Отличная тема для тех, кто любит в августе получить цветущую лужайку. Очень они обильно цветут, рекомендую. Неприхотливые, легко вырастить. Календула, ну и декоративные подсолнечники. Лейки также вот здесь внизу еще я увидел. Лейки мне не понравились. Тонкий пластик, неудобная эргономика, на мой взгляд. И высокая цена, 449 рублей. Предпочитаю лейки другого производителя, как более удобные. Небольшое количество кашпо для домашних комнатных цветов. Керамические кашпо достаточно красивые, конечно, вот не могу ничего сказать плохого, но цена 1299 рублей. Это, конечно, дороговато все-таки. Такой же дизайн, но в большем объеме, стоит 1799 рублей. 6-литровый горшок или кашпо, емкость. Итак, друзья мои, закончил я свой шопинг по магазину Метро. Что мне понравилось? Конечно, большое количество товаров, ассортимента очень много. К тому же, это магазин, он как бы считается оптовым. Там можно купить сразу много, прям упаковками. Поэтому нужно быть внимательным когда вы смотрите на ценник, там несколько цен, как вы видели. И вот, допустим, если вы чем больше берете, тем, соответственно, цена за единицу товара будет дешевле. Поэтому здесь нужно быть внимательным и внимательно изучать ценники на продукты. Ну, конечно, цены вы сами видели, цены не дешевые. По сравнению с другими крупными, я бы даже сказал, сетевыми магазинами и супермаркетами, данный магазин все-таки имеет такую достаточно в целом высокую стоимость на большинство товаров широкого потребления, которые мы практически каждый день покупаем, продукты, то есть чай, кофе, вы сами видели, цены достаточно высокие. На бытовую химию также цены достаточно высокие, но бывают здесь и скидки, их можно посмотреть, конечно, это в интернете, но если вам нравится там охотиться за скидками, я думаю, вам этот магазин понравится. Небольшой отдел, совсем маленький отдел для садоводов и огородников, как вы видели. Но семена практически всех культур представлены. Грунтов в наличии нет, средств для обработки растений нет. Вот семена, там лейки и еще какая-то фигня. В общем, маленький отдел, поэтому садоводам и огородникам в этом магазине особенно делать нечего. Но есть товары для дачи. Вот мне понравилась там очень интересная такая вот кастрюля большая, в которой удобно варить варенье. Вот кто любит заниматься какими-то домашними заготовками, здесь есть все: банки, крышки, емкости, вот эти все кастрюли для варки, для заготовок. В общем, это здесь все есть. Цены тоже достаточно высокие. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, данное видео было вам интересно и полезно.